К другим темам. Дорогу к рынку «Новая взлетка» скоро восстановят. Яму, которая мешала и покупателям, и продавцам, уже засыпали. Скоро там появится асфальт. Также обещают после окончания работ привести в порядок всю территорию. Закончить должны в течение 2 дней. Напомню, мы рассказывали об этой истории, когда предприниматели обратились за помощью. Из-за разрытой дороги у рынка поток покупателей резко снизился. Многие даже думали, что торговые площади вообще закрылись. Администрация района встретилась с застройщиком, который проводит здесь коммуникации к новому дому, и он обещал закончить работы раньше срока. Развитие проводит строительная компания «Ментал Плюс». У них открыт ордер до октября месяца. Велись переговоры с главным инженером, и они пошли навстречу. Большое спасибо им, что они откликнулись. И в течение, грубо говоря, как только работы закончились по путепроводу, воду тянули. И в течение 10 дней восстановление практически уже восстановлено. Сегодня заходит с асфальтом.